В этом году проходили практику студенты 1, 2, 3, 4 курсов. Практику проходили на радио, на телевидении. Вы знаете, что это одно подразделение, но мы решили студентов разделить по разным группам. Что касается телевизионной практики, то, на мой взгляд, она прошла успешно. Произошло это благодаря поддержке руководства телевидения, благодаря доброму отношению работающих корреспондентов, которые забирали активно наших студентов на съемки, показывали процесс монтажа, запись новостей. Что касается радио, то тут тоже мы решили сделать такой необычный эксперимент. Мы, конечно, ознакомились с работой радиостанции, они сидели, смотрели новости у нас, послушали ведущих прямых эфиров, но мы решили выпустить их на улице. То есть неделю, буквально неделю, наши студенты выполняли задания, брали диктофон в руки, шли в народ, что называется, на улице делали опросы. Самые разные опросы, какие только можно сделать. Это опросы по здоровому образу жизни, опросы по любимой музыке, по работе радиостанции. Я могу, как руководитель практики, сказать, что я довольна. Вот это то, что готовит вечерний диджей, который ведет вечерний эфир. То есть диджей не просто приходит на работу, садится и говорит: «Привет, меня зовут Русик, и все у меня отлично». Он сидит, готовит каждое свое слово, каждый свой выход в эфир, понимаешь? Там, начиная от того, что он говорит «Здравствуйте», и заканчивая дальше все, что он говорит. Какие игры, какие, даже шутки иногда диджей прописывает, то, о чем я вам говорила. Практика необходима студентам для того, чтобы закрепить теоретические знания, которые они получают в процессе обучения в университете. Без практики сложно выучить предмет и знать все тонкости и мастерства, особенно в журналистике. Радиостанция, мы, наш коллектив, всегда готовы принять студентов, всегда открыты наши двери и во время практики, между практиками, во время летних каникул, во время учебы мы всегда готовы принять студентов, оказать им максимальную помощь, показать всю работу, которую мы делаем, научить, показать и потом ждать готовых специалистов. Проходят практику в республиканских СМИ. Как руководитель практики в общественно-политической газете «Южная Осетия» хочу отметить, что студенты во время прохождения практики активно публикуются на страницах газеты. В начале практики мы направляем студентов в отделы, где им наиболее интереснее работать. Это отдел экономики, отдел общественно-политической жизни и отдел культуры и образования. Редакторы и корреспонденты отделов забирают студентов на мероприятия, чтобы они наглядно увидели весь процесс работы над тем или иным материалом. Затем студентам дают задания, которые они выполняют самостоятельно. На интересующие нас темы, которые в скором времени мы увидим в газете «Южная Осетия».
Завершена практика в факультете журналистики. Часть ее проходила на телевидении. Мы познакомились с нашими будущими коллегами. Произвели они самое благоприятное впечатление. Есть интерес к профессии, есть интерес к происходящим процессам, есть любознательность. Это главные черты журналиста. Практику мы проходили 2 недели. Неделю мы проходили на телевидении, вторую неделю мы проходили на радио. То, что мы видим на экранах телевизоров, то, что мы слышим по радио, это совсем другое. То, изучать это изнутри, изучать эту кропотливую работу, это очень интересно и познавательно.